Вначале о главном. Валерий Венцель сообщил о досрочном сложении полномочий и уходе с поста главы Ленинского района. Он прекратил исполнение полномочий по собственному желанию. В своих социальных сетях Валерий Николаевич поблагодарил жителей за поддержку и совместную работу. Вот что он написал в своем паблике. «Дорогие земляки, я хочу обратиться к вам с важными словами. С сегодняшнего дня я досрочно слагаю с себя полномочия главы муниципалитета в связи с переходом на новую должность. Мы трудились с полной самоотдачей и достигли немалых результатов. Я благодарен всем членам нашей команды, активным жителям, депутатам, сотрудникам администрации за ту большую работу, которую мы с вами вместе делали эти годы. Это порой было непросто, но мы находили решения, которые помогали нашему муниципалитету развиваться. Всегда действовали в интересах людей. Мы работали как одна команда, команда единомышленников, на которых я опирался. И уверен, что преемственность в важных социально-экономических вопросах сохранится». Конец цитаты. Напомним, Валерий Венцель 2011 года занимал пост председателя Совета депутатов Ленинского муниципального района, а полтора года назад был рекомендован губернатором Московской области на должность главы муниципалитета. Временное исполнение полномочий главы возложено на Алексея Спасского, который ранее руководил Каширским городским округом.